Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, мы продолжаем играть с вами в мою кофейню, и сегодня у нас будет прохождение нашего любимого нового квеста, я так понимаю, связано с Пасхой, с пасхальным кроликом, и сейчас давайте мы узнаем у нашей новой посетительницы, по-моему, она у нас уже была, уже что-то мы с ней делали, я, честно говоря, уже не помню, но неважно, давайте узнаем. Итак. Николь, да, Николь, я помню, отлично, приветик, это я, Николь, приехала в гости к своему крестному Ватсону, буду готовиться к поступлению. А почему именно сюда? Тут тихо и спокойно, а дома друзья отвлекают. Вот родители подумали, что у дяди Ватсона дело пойдет быстрее. Кем хотите стать, если не секрет? Стоматологом. Родители считают, что это хорошая профессия для меня, и они, наверное, правы. А вы так не думаете? И я уже так думаю, наверное. Впереди у меня куча зубрежки, чтобы подготовиться к экзаменам. Не могли бы вы мне помочь с этим? Подготовить вас к экзаменам? Нет, я бы с удовольствием разносила заказы из кофейни, чтобы размяться и на ходу повторять выученное. А что мне нужно делать? Нажмите на мою машину, примите заказ и соберите его. За доставленные сладости я получу чаевые, а вы денежки, подарки и специи. Можно попробовать. Ой, забыла сказать, что за 30 выполненных заказов вы получите... Золотой подарок. Здорово. Давайте поскорее начнем. Конечно, поместите готовое блюдо в машину, и я отнесу заказ. Окей. Друзья, нужно будет нам, как всегда, выполнить 30 заказов, потом вернуться и узнать, что же за квест нам даст Николь. Ну, для начала давайте запустим всю эту процедуру. Дадим задание нашим работникам собирать, чтобы не тратить время зря. Ну, а сами, собственно, займемся сборами заказов и вернемся чуть позже. Так, друзья, пока мы ждем, что с вами наберем 30 заказов, я уже один пока собрал, тут появился еще некий мэн, вот такой вот, похожий на Санта-Клауса, который дает нам возможность поиграть в некий тип лотереи. И я, честно говоря, не успел его вовремя записать, когда он давал правила, но давайте попробуем немножко поиграть вместе с вами в нее. Итак. Расскажите, пожалуйста, про игру еще раз. С удовольствием, что именно вас интересует? Ну, здесь всякие правила есть. Я думаю, что эти правила вы прекрасно можете найти. Здесь важно, что игра проводится за такие вот билетики. Выполняйте особый заказ посетителя, получайте билетики или простой подарок. А где еще получить? Ну, естественно, в разделе специальных предложений за просмотр рекламы и за алмазики. Вот это интересно. Так, ну, как рекламу смотреть мы сами знаем, как алмазики платить тоже знаем. Давайте поиграем непосредственно в саму игру. Итак, что у нас здесь есть? У нас есть здесь пасхальный кролик, который, я так понимаю, рано или поздно должен достигнуть вот где-то конца всей вот этой вот лободяги. 25 алмазиков я уже получил, наверное, там еще что-то такое. В общем, короче, давайте попробуем бросить кубики за непосредственно вот эти вот билетики, про которые нам говорилось. Давайте потратим один билетик, бросим кубик. Выпало две позиции. 10 алмазиков получили. Давайте-ка еще. Еще бросаем. Давай, давай, вперед, вперед. 4. Раз, два, три, четыре. Приз. Нормально? По-моему, шикарно. Давайте еще вперед двигаться. Давай, давай. Чеши. Так, опачки, а что это мы по кругу-то бегаем? А мой заказ американо женщине, приготовьте его мне и сможете бросить кубик без билетика. Окей, друзья, смотрите-ка. А, это она просто завитушка идет такая. Ну давайте, у нас билетики пока есть еще, давайте бросим. Вы можете выполнить мой особый заказ и бросить без билетика. Если вы бросите кубик сейчас, то заказ будет потерян. Хотите бросить кубик? Нет. Так, хорошо. 2 минуты и 27 секунд у нас есть на выполнение заказа. Выполнить нужно американо с женьшенем. Давайте сделаем так и посмотрим еще вот одну штуку. У меня здесь взято задание. Продайте посетителям или отправьте заказ по телефону блюдо 17 из 75. Давайте попробуем выполнить заказ. По-моему, там было американо с женьшенем, что ли? Так. Американо с женьшенем. Вот ваш особенный заказ. Окей.
И давайте посмотрим. Да, прибавилось, смотрите. То есть выполнение этих заказов идет в зачет фестиваля. Здесь нам нужно выполнить вот это задание. И только что мы смотрели, с вами было 17, сейчас уже 18. То есть можно таким образом выполнять задание. Ну, давайте пройдем сюда дальше, на нашу площадочку. И опять поиграем с пасхальным кроликом. Итак, бросаем кубик. У нас еще 8 билетиков есть. Какой-то спасательный круг, кстати. О, смотрите, что это такое за сундучок. Интересно, нужно будет потом глянуть. Давайте бросаем еще кубик. О, единичка. И мы попали, получили с вами синий подарок. Это отлично. Давайте бросаем кубик еще. Да, до финала там вон как далеко. Так, нам какую-то лошадку дали. Вау. Это надо с этим будет разобраться, что за лошадка. Немножко дали нам розовых лепестков. Давай-давай. Вот это нормально, только у нас места, наверное, под эту всю красоту нету. Давайте еще бросим кубик. Тоже здесь такая загогулинка получится. Так, 10 алмазиков дали. Да, по-моему, вообще великолепно. И еще 25 алмазиков дали. Просто супер. У нас 2 билетика еще осталось. Давайте попробуем сделать. рубиновых кристаллов. Это супер. Давайте скачем дальше. Какого-то попугая дали. А, ну это фигурки, которые на стенку вешаются. Все, больше у нас нету. И дальше уже мы можем в магазине делать. Следите за специальными предложениями, ищите в магазине. Давайте посмотрим в магазин, зайдем, попробуем. Так, отсюда мы с вами выходим. Сейчас зайдем в магазин, посмотрим, что у нас там в магазине есть интересного. Ищите на складе. Вот у нас попугай есть один, лошадка есть, сундук с сокровищами есть. Отлично, но нам это не очень интересно. Где же у нас могут быть билетики? В банке, не в банке, не знаю. Оборудование, интерьер, спицы. Городские постройки, экстерьер. Ладно, друзья, наверное, потом я разберусь и скажу вам, где это есть, потому что, честно говоря, что-то я не совсем понимаю, где есть. А, вот смотрите, здесь у нас бонусы есть. Ага, вот здесь, наверное, есть алмазы, здесь у нас подарки есть и в том числе билетики есть. Ну, в общем, как-то так. Эти билетики позволяют вам открыть все коробочки с призами после просмотра рекламы. Окей, друзья, сейчас я тогда, наверное, посмотрю рекламу, тоже там получу, что можно еще по рекламе. Ну и, собственно, чуть позже мы вернемся к прохождению наших заданий. Итак, друзья, мы продолжаем. Как вы видите, я практически, пока мы с вами набирали 30 заказов, полностью набрал и обменял мебель в нашем кафе. Ну, там еще пара моментов осталось. Пару столиков прикупить, кресел. И будет все у нас в топовом стиле для нашего уровня. Это у нас золотой дракон. И, друзья, у нас есть с вами 30 заказов. В принципе, можно сейчас принять чувака, как будет один заказ. Попозже приму его, наверное. Ну, или сейчас приму. Ну, попозже сделаю. Не будем пока сейчас на эту тему заморачиваться. И мы начинаем, собственно, прохождение самого квеста. Сейчас узнаем, что была у нас за история с этим пасхальным кроликом. Кстати, пасхальный кролик прошел. Вот видите, здесь у нас такая штука есть. Я, к сожалению, не успел дойти до получения вот этого волшебного ящичка со специями.
Говорят, там было по 5 специй каждого вида. Не знаю, у меня более точной информации нет, если можете, подскажите. Но мне где-то шагов 8 не хватило для получения этого ящичка. Ну, давайте, друзья, начинаем. Давайте начинаем, пообщаемся с нашей Николь. Итак, Николь, первый заказ готов, а вы готовы дальше заниматься? Вроде бы да. Вот только Ватсон. А что с ним? Он следит, чтобы меня ничего не отвлекало, но слишком серьезно относится к своим обязанностям. Что вы имеете в виду? Он заказал звуконепроницаемую штуку, чтобы обить стены моей комнаты. Ватсон, мне такая штука нужна. Пожалуйста, пожалуйста, пришли мне такую штуку. И вам это помогло? Нет, Ватсон так шумел, пока прибивал ее, что у меня голова разболелась. Дальше хуже, куда уж хуже. Теперь он отгоняет птиц от окон, чтобы они своим пением мне не мешали. Видимо, он хочет как лучше, только немного перебарщивает. Это точно. Не могли бы вы намекнуть ему на это? Окей. Короче, Ватсон, посади ее в подвал и обей ей стены, и все будет зашибись. Ну ладно, давайте пообщаемся с Ватсоном. Где же ты, Ватсон? Вот он, Ватсон. Ватсон, как там ваши подопечные? Отлично. Я вот думаю, что лучше поставить звуковой отпугиватель птиц или завести кошку. Кажется, вы перебарщиваете с опекой. Я все сделаю, чтобы исполнилась ее мечта стать дантистом, потому что я сам был в такой же ситуации. Вы тоже хотели стать дантистом? Нет, я о том, каково это идти к своей мечте без поддержки. А какая у вас была мечта? Никто не верит, что я парень из плохого района стану полицейским. Даже гадалка сказала, что в моем будущем чем только железные прутья. Получается, ее предсказание сбылось в какой-то мере. Это точно. Но я помню ночи сомнений, страх, неудачи. Не хочу, чтобы у Николь было так же. Но вы все-таки шумите-то поменьше. Наверное, я перепугнул палку, хотя мне до Петровича далеко. Он как узнал о приезде сына, так на радостях чуть полдома не разворотил. А к Петровичу сын приезжает? Да, и Петрович решил прибраться для приличия. Лучше сами у него спросите. Окей. Так, я чувствую, что сын Петровича с Николь каким-то образом будут совместным образом заниматься. Но это пока только предположение. Давайте же пообщаемся с Петровичем. Петрович, к вам сын приезжает? Да, наконец-то, Энди приезжает. Да, я, да мы, да в лес, да на рыбалку, да в бар, да куда там еще детей водят? Точно не в бар, Энди к вам отдыхать едет. Да, у него перерыв между съемками. Все рассказывает, как ему нравится на режиссера учиться, а я рад, что его мечта сбывается. Что-то сегодня все про мечты говорят, а у вас была мечта? Еще бы, я космонавтом хотел стать. Почему не стали? Кино страшное про космос увидел. Попрошу вот Энди, чтобы он хороший космический фильм снял. Не страшный. И со мной в главной роли. А когда Энди приедет? Да вот должен уже быть. Что-то я волноваться начинаю. Посмотрите, не видать ли его? Окей. Так. Ну и где же этот... Энди, это же у нас Лукас, это же не Энди. Видимо, придется какое-то время подождать. Нет, вот он идет, новый персонаж, смотрите, какой-то клетчатой рубашечки. Вот такой вот Энди. Добро пожаловать, Энди. Рад вас видеть, собираюсь отдохнуть в вашей замечательной кофейне. Жаль, что только молодежи тут маловато. К нам приехала Николь, очень хорошая девушка. Ой, я недавно с одной Николь познакомился, она меня здорово выручила. Может, она есть? Возможно, у нашей Николь рыжие волосы. Да. А еще она рассказывала про своего крестного полицейского. Все сходится. Она остановилась у Ватсона. Здорово, значит, это та самая Николь. Она тоже приехала на каникулы? Нет, она готовится к поступлению. Вот молодец, у нее явно талант в своем деле. Это я вам как почти профессионал говорю. С каких-то пор вы стали профессиональным стоматологом. Чего? Каким еще стоматологом Николь собирается поступать на дантиста? Значит, это другая Николь. Моя знакомая хотела стать актрисой и сыграть Алису в «Стране чудес». Давайте я просто поговорю с нашей Николь и выясню. Да, а то мы до вечера гадать будем. Слушайте, у меня тут от разговоров про «Страну чудес» одна идея возникла. Какая идея? Что если добавить сказочности в кофейню? Нарядите Татьяну или официанта в сказочный костюм, и я подарю вам синий подарок. Окей. Сейчас посмотрим, почем это у нас. Ну, какая-то фигня, короче. 485 бриллиантиков? Не-не-не-не-не. В принципе, конечно, если бриллиантов тратить некуда, то можно будет прикупить и вот этот костюм, и вот этот костюм, и миксовать по-разному. Но нет, мне не нравится. Ладно, пусть дарит этот синий гребаный подарок. Это мы попозже сделаем. Так, друзья, ну а мы пообщаемся с Николь.
Николь, вы знакомы с Инди? Он учится на режиссера. Знакомы, очень даже хорошо знакомы. Он почему-то перепутал вас с девушкой, которая мечтала стать актрисой. Инди не перепутал, это я совсем запуталась. Что вы имеете в виду? Я мечтала увидеть себя на большом экране, сыграть Алису, с детства любимую героиню. Почему же вы готовитесь к совершенно другому? Потому что провалила экзамены в киношколу. Родители правы, лучше получить хорошую профессию, чем жить с несбыточными мечтами. Нельзя так легко сдаваться. Но комиссия не увидела во мне таланта. Я теперь тоже не вижу. В конце концов, зубы тоже кто-то должен лечить. А вот Инди видит в вас талант. Правда? Ну, пойду поздороваюсь с Инди. Давайте выполним 3 заказа и снова поговорим. Окей. А мы уже выполнили 3 заказа, друзья. Давайте пообщаемся. Про как прошел разговор с Инди. Вы не поверите, он меня убедил, что нельзя сдаваться на пути к мечте. И вы решили не сдаваться. Стану актрисой. Поступить в киношколу в этом году уже не получится. Но это не единственный путь. О чем это вы? Многие голливудские звезды никогда не учились актерскому мастерству. Оно и видно. Некоторых точно нужно взять на курсы. И не говорите. Но есть и хорошие примеры. Брэд Питт, Дженнифер Лоуренс, Кристиан Бейл. Они начинали с маленьких ролей. И мне тоже выпал шанс. О каком шансе вы говорите? Инди рассказал о пробах на роль Красной Королевы в новом блокбастере по мотивам Алисы в Стране Чудес. Но вы же мечтали сыграть Алису, а не Красную Королеву. Алису сыграет другая актриса, а я должна научиться играть любого персонажа, тем более Инди поможет с подготовкой, чтобы вернуть мне долг. Какой долг? Ой, да там пустяки, пусть он сам об этом расскажет, а мне нужно сосредоточиться на подготовке к роли. Вам можно как-то помочь? Нужен особый настрой, столик на двоих, капучино мне бы очень помог. Установите его, я подарю золотой подарок. Окей. Давайте-ка глянем, что это за столик. Капучино. О, какой симпатичный столик. Так. Столик симпатичный, конечно, но за 499 алмазиков. Я прям даже не знаю, друзья. Наверное, как-нибудь мы обойдемся без столика. Вот. Скажем так, мягко говоря. Давайте мы... Ой-ой-ой, нет, не хочу его ставить. Давайте мы возвращаемся и пообщаемся, наверное, еще с кем-нибудь. Например, с Инди. Расскажите, чем вы задолжали, Николь. Однажды мне для съемок понадобился волк, который плавает, перепрыгивает барьеры и катается на скейте. И Николь нашла вам такого волка? Нет, она предложила загримировать своего песика-дружка под волка. А дружок умеет делать все эти трюки. И в итоге получился крутой ролик. Теперь вы хотите отблагодарить Николь? Да, она выдрессировала свою собаку, а я выдрессирую, в смысле научу ее. Но я хочу помочь ей не только поэтому. А почему еще? Да ведь у нее талант. Я это сразу понял, когда при знакомстве она убедительно смеялась с моих несмешных шуток. Но ведь родители Николь хотят, чтобы она была дантистом. Ага, и поэтому им лучше не знать, что планы поменялись, когда их дочь осуществит мечту и станет актрисой, они обрадуются. Вот увидите. Так, ну что, соглашусь с вами. Отлично, Ватсон и родители узнают правду чуть позже. Да. Правда, Николь провалила экзамен в киношколу 6 раз, но только потому, что ей был нужен наставник вроде меня. Она провалилась 6 раз, да, но 7-го раза точно получится, 7-го. 7 – мое счастливое число. Кстати, сделайте 7 заказов, тогда расскажу, как идут репетиции. Хорошо, давайте пообщаемся с ним еще раз. 7 заказов готовы, как прошла репетиция. Очень весело. Мы плакали, пугались, радовались и даже немного дрались. Это вы так отрабатывали разные эмоции? Именно. Американский психолог Пол Экман выделял 7 эмоций. Их мы и попытались с Николь отработать. Можете назвать все эти 7 эмоций? Так, иногда я испытываю 7 видов голода. Это считается? Так, радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх. Ну, наверное, вот эти. Браво! Вот мы их и тренировали, чтобы увидеть актерский диапазон Николь. И как получилось? Сами посмотрите. Давайте посмотрим. Прикольные у вас эмоции, особенно у вашего котика. Спасибо, но это только начало, и нам предстоит много и усердно трудиться. И новый питомец Ватсона не единственная помеха. А что еще мешает? Не что, а кто? Сам Ватсон не пускает меня
к Николь. Он решил, что я подбиваю к ней клинья и мешаю стать дантистом. Может сказать ему, что Николь мечтает о другом? Ага, потом он позвонит родителям и узнает, что Николь провалила 6 экзаменов. Ясно. Может поговорить с Петровичем, он что-то подскажет? Да папка все видит по-своему. И на нас Николь как-то необычно смотрит. Поговорите с ним. Окей. Так, Петрович. Давайте потрещим с Петровичем. Петрович, вы же в курсе, что Энди и Николь подружились? Конечно, уже жду не дождусь, когда можно будет подержать их на руках, поубаюкивать. Не великовато ли для этого? Да я про внуков, детей Энди и Николь. Дело молодое, вы же понимаете, весна, первая любовь, поцелуй за гаражами, запах свежего сена, эх. Между Энди и Николь ничего нет. А Ватсон хочет, чтобы они перестали общаться. Ватсон, видать, забыл, что значит быть молодым. А сами-то они что хотят? Они как раз очень хотят общаться. Вот. Это любовь. Наперекор всему. Пусть молодежь сама разбирается. Ежели Энди женится на Николь, я против не буду. И Ватсон ворчать перестанет. Окей. Не совсем понял, что он хочет предложить. Расскажите парню об этом. А, непосредственно самому Энди. Ну, давайте пообщаемся. Итак, Энди. Петрович сказал, что вы, чтобы вы женились на Николе, и Ватсон успокоится. Чего? Обожаю своего батю. А вообще, это не такая уж плохая идея. Да, напеть свадебный марш. Ха, чтобы осуществить мечту, нужно намного пойти. Сделайте 10 заказов и поговорите с Николь. Посмотрим, сработает ли мой план. Окей, давайте потрещим с Николь. Николь, вас можно поздравить? С чем? Ах, да, мы с Энди теперь помолвлены, прямо как взрослые. Ой, мы же и есть взрослые. И как так он сделал предложение? Пригласил на ужин меня, Ватсона и Петровича. Приготовил еду, зажег свечи. И мы чинно беседовали. Только у Ватсона рука в кобуре тянулась. Что произошло дальше? Индия опустился на колено и протянул мне кольцо. Я думала, взорвусь от смеха, но подыграла ему. Сказала согласно и изобразила смущение. А что, Ватсон и Петрович? Петрович кинулся нас обнимать. Мне его, честно говоря, жалко, если у них потом ничего не получится. Ну, как бы он будет расстроен. Что ты говорил про гаражи и сено? Ватсон побледнел, молчал 5 минут и бросился звонить моим родителям. Как родители восприняли новость? Побледнели и молчали 10 минут, потом сказали, что примут любое мое решение и заплакали. От счастья, наверное. Что вы намерены делать дальше? Продолжать обучение. Теперь я могу быть с моим женихом сколько угодно. Правда, Ватсон будет нас контролировать еще больше. Почему? Экзамены все ближе, мне придется играть влюбленность и делать вид, что я продолжаю зубрить строение зубов. Задачка не из легких. Зато это хорошая актерская практика. Давайте поговорим после 14 заказов, посмотрим, как мы с Энди справимся. Окей, давайте поговорим. Итак, 14 заказов готовы, как успехи в обучении. Ужасно, просто ужасно. В чем дело? Ватсон нас постоянно терроризирует, надоел. Он, конечно, лапочкой исходит из лучших побуждений, но он надоел. А что Ватсон делает? Он начал красить стену за моим окном. Весь дом облупленный, а вокруг моего окна уже 10 слоев краски. Он же обещал, что будет контролировать вас. Да, но я придумала, что делать. Целовать Энди. Тогда Ватсон смущается и падает со стремянки. Правда, перед Энди неудобно. И не говорите, бедный Энди. Кстати, спросите его, что он думает об этом. Окей, давайте потрачим с Энди. О чем задумались? Так. Ну, кстати, давайте, наверное, спросим его, о чем он задумался. О фильме с белым кроликом, шляпником, шалтаем-болтаем. Не хватает только сказочного костюма нарядить Татьяну и официантов. И я вам за него дам синий подарок. Окей. Так, еще раз с ним пообщаемся. Как дела? Я крылён и полон энергии. Вы что, влюбились? Ну, что сразу влюбился-то? Просто наши упражнения идут по плану, несмотря ни на что. Но Ватсон вам мешает. Наоборот, он наш первый зритель. Скоро Николь придется сыграть перед более серьезной публикой, так что пусть тренируется. Ей уже дали роль? Пока нет, но уже назначили дату кастинга на «Алису в стране чудес». Мы подали заявку и ждем ответа. Думаете, Николь осилит роль королевы? Все возможно при должном старании и правильных учителях, поэтому я к этой роли готовить ее буду не я. А кто будет? Тот, кто научит ее королевским манерам, без этого не выйдете в свет, может, есть среди ваших клиентов вежливые люди? У нас все вежливые: Маргарет, Фернандо, Мэри, даже Петрович. Отлично, узнайте, кто из них готов стать наставником для Николь. Окей. Ну, давайте пообщаемся. Начнем с Петровича. Петрович, как научить человека манерам? Берешь человека и учишь, и ни разу меня этот способ не подводил.
Отлично. Так, Мэри. Мэри, как научить человека манерам? Своим примером. Я вот отучила Билла ставить чашку на свой ноутбук. Какая вы молодец. Да, теперь надо отучить его ставить чашку на мой. Окей. Так, Маргарет, как научить человека манерам? Рукопашному бою могу, стрельбе в прыжке с шестом тоже могу, а вот с хорошими манерами мне лень возиться. Окей. И кто-то там еще был. Давайте посмотрим. Фернандо. Давно Фернандо не участвовал в наших резвостях. Давайте пообщаемся. Фернандо, как научить человека манерам? Нужно чуточку теории и много-много практики. Вы можете своим опытом помочь, Николь? Конечно, тем более, что совсем скоро состоится бал маскарад. На нем будут самые изысканные дамы и господа нашего городка. Петровича тоже пригласили. Ну а на фоне Петровича Николь будет чувствовать себя увереннее. Не беспокойтесь, я предварительно все ей покажу и расскажу. От меня еще никто не уходил без хороших манер. Окей. Отлично. Вы поговорили с посетителем, расскажите результаты Николь. Ну, давайте подрочим с Николь. Итак, у вас есть настрой для роли Красной Королевы? Я и турнир по крикету смотрела, и капкейк приготовила к съедению. Не хватает только столика на двоих капучино. Я бы вам за него пожал золотой подарок. Ну да, понятно. Мы это все помним. Итак, Фернандо научит вас манерам и отведет на бал маскарад. Ого, настоящий бал маскарад. Но Ватсон будет против. Только если это не бал для стоматологов. Он с вас глаз не спускает? Да, буду на бал пробираться тайком. Хотя Ватсон планировал на вечер то ли свидание, то ли поход в архив. Так что это будет несложно. Ну что, удачи вам. А вам я хочу подарить торшер розы. Без вашей помощи было бы все гораздо сложнее. Спасибо. Давайте выполним 18 заказов. К тому времени я вернусь с балла и расскажу вам, как все прошло. Окей. Ну, давайте попробуем узнать, как же все прошло. 18 заказов готовы, как сходили на бал маскарад. В жизни так не волновалась, но Фернандо меня всему научил. Был все время рядом, чтобы подстраховать и пободрить. Но потом... Рассказывайте скорее, что было потом. Потом появился он. Принц? Эх, если бы Ватсон. Я как его увидела, чуть от волнения вилку для рыбы и мяса не перепутала. И тут он подошел, пошел на меня. Вы испугались? Еще как. Я еле успела шепнуть Фернандо, что Ватсону нельзя знать, что я на балу. И что было дальше? Фернандо представил меня Ватсону как принцессу Мононоке из Нетландии, и мы довольно мило пообщались о производстве корицы в моем королевстве. Неужели Ватсон вас не узнал? Напрямую он ничего не сказал, а спрашивать само собой я не стал. А может, вы у него аккуратно разузнаете? Окей. Что-то интересное, давайте пообщаемся с Ватсоном. Так, ну что, Ватсон, выходили на бал маскарад? Да. То пошел туда по долгу службы и не пожалел. Знаете, кого я там встретил? Боюсь даже предположить. Настоящую принцессу. Как из сказки. Утонченная, нежная, воспитанная. Что нынешней молодежи стоило бы на нее равняться? И даже Николь? Николь замечательна, но даже ей стоило бы взять пару уроков хороших манер. Окей. Ватсон ни о чем не догадывается. Фух, вот отлично. А то Энди мне уже новое задание придумал. Какое задание? Выработать командный голос, королева должна уметь раздавать приказы. И уже придумали, как будете учиться? Снова вам нужен наставник. Тот, кто научит командовать. Дядя Ватсон умеет, но его просить о помощи не стоит. Может, Маргарет, она умеет помогать в смысле командовать людьми? О, если вы сможете договориться с ней, буду очень благодарна. Окей, давайте потрещим с Маргарет. Маргарет, помогите Николь выработать командный голос. Сначала утонченные манеры, теперь командный голос. Вы там суперагента-аристократа из Николи хотите сделать? Нет, актрису. Актрису с командным голосом? Говорите, Что ж, это будет довольно забавно. Или как минимум интересно. Вы уже что-то придумали? Есть одна задумка, но готовить ее нужно в строгом секрете, иначе сюрприз не удастся. Выполните 22 заказа с Николь, и тогда поговорим снова. Окей. 22 заказа выполнены. Вы обучили Николь командному голосу, а она сама научилась. Я только помогла немножко. И как это можно самому научиться командовать? Жить захочешь и не так запоешь. Когда на тебя нападают дикие животные, помочь может только хладнокровие, уверенность в себе и командный тон. Вы натравили на Николь диких животных? Конечно, лучшее обучение – это крещение боем, но подробности вам лучше узнать у самой Николь. Окей, давайте узнаем у Николь. Николь, на вас напали дикие животные? Не такие уж они были дикие, даже посуду после себя помыли. Это как? Расскажите по порядку.
Я была дома, зазвонил телефон, это был Ватсон, он каждые 5 минут перезвонит, я сняла трубку, но кто-то снял ее, перевели меня в другой комнате. Маргарет? Нет, трубку сняло фыркающее существо, и у них с Ватсоном завязался диалог, о чем говорили. О погоде. Шучу. Он подумал, что это я его разыгрываю, но фырканье не прекращалось. Мне было интересно, чем все это закончится, и я молчала. Чем все закончилось? Существо стало хихикать. Ватсон рявкнул, что срочно выезжает, а существо бросило трубку. Так что же это за существо такое? Оказалось, на кухне вовсю хозяйничали 3 енота. Я поняла, что договориться не получится, и рявкнула, как Ватсон, немедленно прекратить. Животные послушали? Да, они тут же выстрелили в шеренгу и на своем енотьем языке пересчитались на первый-второй. Да вы прям мать енотов, что было дальше? Я скомандовала, а теперь навести порядок и боезайся отсюда. Еноты все прополоскали и убежали в освояси. Это была победа. Значит, вы овладели командным голосом? Да. Так точно. То есть да. Теперь надо научиться злиться, пока не получается. Зато у Ватсона с этим проблем нет. Вы знаете, почему он такой сердитый? Окей. Ну что, давайте потрещим с Ватсоном. Ватсон, вы сердитесь из-за телефонного хулиганства? Сержусь, но есть проблемы и посерьезнее. Индия ни на шаг больше не подойдет к Николь. В чем дело? Мне все известно. Не понимаю, о чем вам известно. Похвально ваше желание не выдавать друзей, но я знаю, что Николь лишь делала вид, что учится на дантиста. Но как вы узнали? Утром пришло письмо из киношколы, а я не припоминаю, чтобы хотел сыграть Красную Королеву. Николь предлагает роль в фильме? Нет, просто приглашают на прослушивание ее и еще 1500 претендентов. Шансы почти нулевые. Но Ватсон, она очень хорошо подготовилась. Да уж как предыдущие 6 раз я все сообщил родителям. Наверное, они не очень обрадовались. Еще бы их дочь не готовилась к экзамену и приняла предложение от этого. Она завтра же отправится домой. Но Ватсон, извините, но так для нее будет лучше. Советую попрощаться с Николь. Она здесь долго не задержится. Окей. Давайте потрощим с Николь. Николь, есть новости? У меня тоже. Пришло электронное письмо с приглашением на кинопробы. Они будут уже завтра. Кинопроб у вас не будет. Ватсон все узнал и доложил родителям. Что? Как? Ну откуда он? Письмо пришло не только на электронную почту, но и в почтовый ящик Ватсона. Черт, я же указал адрес Ватсона и совсем забыла про это. Ох, что ж скажут родители. Они сказали Ватсону отправить вас домой. Вот мы и доигрались. Пробы уже завтра, но я туда не попаду. Если не попробую сбежать от Ватсона. Может, еще что-то можно сделать? Поговорите с Энди, пожалуйста, он должен знать, что произошло. Окей. Энди, ваш план провалился, Ватсон все знает. Вот, блин, теперь понятно, почему Ватсон такой грозный. Еще я краем уха слышал, что Николь завтра уедет. Все верно. Что теперь будете делать? Нельзя это так оставлять, я устрою похищение невесты. Не получится, Ватсон вас к ней не подпустит. Ну, это мы еще посмотрим. Завтра прослушивание, Николь должна на него попасть. Но похищение это точно не вариант. Ладно, в этом меня даже батя не поддержит. Что-то придумаю, пока Николь будет разносить 27 заказов. Выполните их, поговорите с ней. Окей. Николь, вы еще не уехали? Что вас задержало? Я чуть не попала в аварию 2 раза, и была драка, и мечта Ватсона исполнилась. Как это все связано? Расскажите по порядку. Крестный вез меня в аэропорт. Вдруг на джипе вылетел Петрович. Ватсон еле успел затормозить. Петрович выскочил из машины и стал что-то выкрикивать. Что именно? Окно было закрыто, и ничего не было слышно. Ватсон открыл, и мы услышали только, это Николь была принцесса и пригнала енотов. И что вас, крестный? Он решил, что Петрович сошел с ума. Не поехал дальше, но спустя минуту Ватсон остановился и сказал, кажется, я все понял. И тут что случилось? Вылетел Энди на велосипеде, Ватсон опять ударил по тормозам со словами, что не так с этой семейкой, и вышел из машины. Надеюсь, никто не пострадал? Нет, но я думала, что будет драка. А вместо этого Ватсон выслушал Энди, сел в машину и сказал, что мы едем на прослушивание. Ого, что Энди ему такое наговорил? Не знаю, я была в шоке и до конца не верила в происходящее, пока мы не приехали на пробы. Вы знаете, у Ватсона, как Энди провел на него впечатление. Окей, давайте потрещим с Ватсоном. Ватсон, вы отвезли Николь на пробы. Почему? Инди напомнил, что у меня тоже была мечта. Вы хотели стать... Вы хотели полицейским. Верно. Я хотел заполнять формуляры, анкеты, ну и людям помогать, конечно, но я кхе-кхе. Делал вещи, которыми не горжусь. Я мечтал делать вещи, которыми мог бы гордиться. Поэтому вы помогли Николь. Да, каждый должен иметь шанс на исполнение своей мечты. Просто Николь нужен был 7-й шанс. Но что я скажу, скажут ее родители? Это зависит от того, как прошло прослушивание, Николь. Я этого не знаю, потому что загремел в полицию и все пропустил.
как-то загремели. Вы же там работаете, пришлось нарушить закон, и теперь мне светит неделя общественных работ. Надеюсь, оно того стоит. Николь вам расскажет, о чем дело. Окей, что же вы туда-сюда-то нас перекидываете? Энди убедил Ватсона дать шанс вашей мечте. Так вот почему крестный отвез меня на кинопробы, и там все началось. Расскажите. Нужно было прочитать монолог королевы перед комиссией. Чинно благородно, я справился, на ура. Тренировки не прошли даром. Потом вы показали командный голос. Да, ничего я не показывал, просто рявкнул на них, чтобы не шуршали бумажками, пока я в образе. Они прям застыли в восторге, вроде бы. Строгой. Интересно, как вы показали эмоции злости? Никак, со злостью у меня всегда были проблемы, и отрепетировать ее я не успел, но меня спасла возня за дверями. Какая возня? Оказалось, Ватсон и Петрович по совету Индии начали драку. Они хотели меня разозлить, чтобы я получил роль. И самый интересный план сработал. Вы разозлились и получили роль. Нет, роль королевы досталась одному парню, интроверту. Продюсеры посчитали, что это привлечет внимание к проблеме парней-интровертов в обществе. Тогда как же сработал план? Я получила роль Алисы. Комиссии понравилось, как я разнимала Ватсона Петровича, прям как Алиса, которая мирила шалтая и болтая. А что стало с актрисой, которая должна была играть Алису? Она назвала актера, игравшего белого кролика, Зайка, и он засудил ее за домогательство. Вот это дела. Будь осторожны с этим. Обязательно. Спасибо за совет и за помощь, которую вы оказали. Я хочу подарить вам картину «Пунктуальный кролик». Спасибо. Всегда пожалуйста. Я еще побуду здесь немного, потусуюсь с вами, с вашими посетителями. Окей. Так, ну что, давайте посмотрим, какие у нас подарки получились. В общем-то, все. Больше здесь у нас вот такой вот кролик есть. Давайте, наверное, мы ее повесим. Этот кролик у нас с... Ой, у нас уже здесь вешать-то особо сильно некуда. Ну, давайте, я не знаю, вот сюда, наверное, повесим. И, друзья, на этом мы с вами заканчиваем. Такое вот было у нас интересное приключение. Не знаю, насколько уж интересное, но мне кажется, это всегда интереснее, чем если бы этого приключения не было. Приходите еще, будет много всего интересного. Всем пока-пока. Ах, да, и самое интересное, что я забыл вам сказать и поздравить наш маленький милый городок с получением приза в прошедшие... Но на прошедшем фестивале мы получили первое место и перебрались в следующую медовую лигу, из которой, я думаю, что мы благополучно вылетим, но это уже узнаем в следующей серии. Вот теперь всем пока-пока.